Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 6 апреля объявило о введении новых санкций против россиян, фигурирующих в так называемом «кремлевском списке». Кроме этого, под санкции попал ряд российских компаний. На открытии торгов 9 апреля акции компании «Русал» обвалились на 41% на бирже в Гонконге. «Русал» – один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Сама компания принадлежит энергетическому холдингу EN+, ценные бумаги которого также падают в цене. Холдинг EN+ принадлежит фигуранту кремлевского списка Олегу Дерипаске. Компания сообщила о рисках дефолта. На рынке могут возникнуть сбои по поставкам алюминия. Невольно встает вопрос, как такие события коснутся не только экономики, но и обычных граждан нашей страны. Если компания несет убытки, то первым делом принимается решение сократить расходы. От «Русала» зависит гигантское количество поставщиков и целые моногорода, где люди могут потерять работу. Проблемы компании будут влиять на возможности их производства дальнейшего и может быть, действительно, и сокращение рабочих мест, и сокращение объемов производства, там, не знаю, зарплат. Это возможно, да. Для всей страны это может быть и не существенно, но для работников компании, да, это может быть. Потребление алюминия мировым рынком в любом случае не изменится. Если США перестанет покупать алюминий у России, то товар будет продаваться на восток. Если американцы перестанут покупать наш алюминий, значит, они начнут покупать его где-то еще. Значит, какие-то объемы алюминия они все равно с рынка заберут. И мы их можем заместить. Не на, допустим, американском рынке, так на китайском или на европейском или еще на каком-то. Потому что совокупное потребление в мире и совокупное производство от этого не изменится. Конечно, изменятся логистические потоки. Уже сейчас в различных телеграм-каналах появляется информация о том, что в правительстве рассмотрят возможность национализации «Русала». Но есть и другие варианты, как можно улучшить положение компании. Например, это покупка «Русала» дочерними структурами Роснефти, досрочное погашение кредитов Сбербанком или же создание консорциума инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Олег Кашин, Универньюз.